Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас тест скорости заряда в смартфоне Nubia Play 5G. Заряжать мы будем смартфон комплектное зарядным устройством. Сейчас я попытаюсь вам показать, что смартфон действительно нуждается в зарядке. Аккумулятор разряжен в ноль. В качестве секундомера будет выступать смартфон Redmi Note 10. Напомню, комплектное зарядное устройство у нас, друзья, в смартфоне на 18 Вт. Комплектным также зарядным кабелем. Он достаточно качественный кабель, плотный. Длина его составляет метр. Подключаем. Итак,
Thank you.
друзья, ну подошла к концу часовая зарядка смартфона Nubia Play 5G. Смартфон, напомню, имеет аккумулятор 5100 мАч. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 765G, который поддерживает быструю зарядку по стандарту Quick Charge 4.0. Ну что ж, за первые 15 минут смартфон зарядился всего лишь на 16%. За 30 минут на 31% зарядился смартфон. За 45 минут зарядился смартфон на 45%. За 60 минут смартфон зарядился на 58%. И полный заряд смартфона у нас занял аж целых 120 минут, либо 2 часа. Друзья, но это все было с помощью вот такого вот зарядного комплектного облачка на 18 Вт, друзья. Сразу вам скажу, что если вы приобретете к данному смартфону еще и блочок хотя бы там Вт на 30, смартфон зарядится у вас приблизительно за час-10. Напомню, 5100 аккумулятор, друзья. Я не знаю, для чего положили такой блочок здесь комплект, но тем не менее посчитали производители, что необходимо вложить было именно такой блок питания. Возможно, для того, чтобы не испортить сам аккумулятор, медленно заряжать, медленно, но на дольше его хватит. Но это как на мой взгляд, друзья. А там, как на самом деле оно было, я не знаю, но логике поддается именно такое объяснение. Смартфон заряжается за 2 часа комплектным зарядным устройством, комплектным вот этим вот кабелем качественным. Ну вот как-то так, друзья. Это был тест скорости заряда аккумулятора смартфона Nubia Play 5G. Всем удачи, всем пока!